Монета 10 рублей 2018 года. Российская Федерация, Московский монетный двор. Зимняя универсиада в Красноярске 2019 года. На реверсе монеты прописан номинал крупное число 10 с горизонтальным рифлением. Внутри цифры 0 имеется более мелкое горизонтальное рифление, на фоне которого при изменении угла наклона монеты попеременно просматривается надпись «Руб» и число 10. Ниже одной горизонтальной строкой обозначено название денежной единицы, надпись «Рублей». Слева полукругом – лавровая ветвь, справа полукругом – дубовая ветвь. В нижней части поля монеты вдоль канта отчеканена дата 2018, год чеканки монеты. Правее даты возле канта отчеканены мелкие буквы ММД, знак Московского монетного двора. Над числом 10 полукругом вдоль канта выпуклыми буквами надпись, обозначающая название эмитента «Банк России». По окружности виден четко выраженный кант. На аверсе, развернутом к реверсу на 0 градусов, то есть соотношение сторон медальное, в центре поля монеты изображено символическое изображение, извините за тавтологию, талисмана зимней универсиады в Красноярске 2019 года, собака Лайка. По окружности надпись «Винтер универсиады Красноярск 2019», «Зимняя универсиада Красноярск 2019». Дата выпуска монеты 5 сентября 2018 года. По окружности виден четко выраженный кант. Гурт монеты прерывисто-рубчатый, 6 участков по 5 рифов и 6 участков по 7 рифов, чередующиеся с 12 гладкими участками. Изготовлена монета из стали с латунным гальванопокрытием. Магнитными свойствами обладает, липнет к магниту. Вес монеты 5,63 грамма, диаметр 22 мм. Нормативная толщина 2,2 мм. Чеканили монету на Московском монетном дворе тиражом 5 миллионов штук. Средняя цена монеты на сегодняшний день в интернете обозначена как 28 рублей.